Далее мы продолжаем прочитывать главу вторую. Это требования безопасности пищевой продукции. И статья 9. Это требования безопасности к тонизирующим напиткам. Тонизирующие напитки, в том числе энергетические, производятся в виде безалкогольных и слабоалкогольных напитков. В качестве источников тонизирующих веществ или компонентов по-другому допускается использовать кофеин и содержание его растения, растительные экстракты, также чай, кофе, гуарану, мате, а также лекарственные растения и их экстракты, оказывающие тонизирующие действия. Например, это женьшень, радиола розовая, лимонник, элеутерокок, ну и другие. В состав тонизирующих безалкогольных напитков допускается вводить не более 2 тонизирующих веществ. Тонизирующих слабоалкогольных напитков не более 1. При производстве тонизирующих напитков допускается использование минеральных веществ, легко усвояемых углеводов, витаминов и витаминоподобных веществ, субстратов и стимуляторов энергетического обмена. Содержание кофеина в тонизирующих напитках не должно превышать 400 мг на дециметр в кубе.